Всем привет! Я продолжаю играть в игру Merch Dragons. Сегодня у нас среда, когда мы получаем сундук логова. Вот у нас логово, горит значок, который говорит «возьмите сундук, получите его». Да? Итак, нажимаем «получить сундук логова». Награда направлена в наш лагерь. Вот он такой красивый. Вот. Я здесь буду открывать. Итак, у нас одно гнездо с яйцами дракона логова, 16 случайных яиц, и они обычно премиальные, и 6 случайных предметов. Окей, вот, посмотрите, что нам выпало. Вот сколько у нас прудов, кстати. Так, сейчас я вот освобожу для них места, для красавчиков прудов. Они мне как раз очень нужны, это хорошие мне призы выпали. Смотрите, деревце еще одно. Цветочки вот так вот можно сюда сложить. И премиальные яйца. Видите, ни одного простого яйца нету. Все вот классные премиальные яйца. Шикарно просто, просто шикарно. Итак, давайте пойдемте посоединяем вообще. Сейчас посмотрю, что у нас тут. Шут, кота, дракончик, лунный. Может быть, что-то у нас из этого есть. По два... Так. Вот не вижу я так с первого приближения. Надо вот потом разбирать эти яйца и смотреть, что у нас совпадает, что у нас есть, чего у нас нету. Это не так-то быстро. Давайте пойдем вот разберем вот это гнездо у нас с яйцами логова 4. Ой, как мне повезло, уже 5 яиц есть. И еще 2. Значит, мне 7 яиц попалось в гнезде. Это вообще шикарно. Отличный просто подарок, скажем так. Ну что ж, идем, соединяем, что у нас есть, и смотрим, будут ли у нас на этой неделе драконы 2 класса. Так. Вот смотрю, где у меня по 5. Вот жуткие по 5 можно соединить. 1 уровня и 2 уровня. Есть. Что у нас дальше? Вот, жуткий у нас есть. Есть. Отлично. И яйцо дракона Хоул какой-то. Это, наверное, еще более страшный, чем жуткий. У нас таких должно быть 2 гнезда. Вот одно внизу, другое наверху. Сейчас я просто тут места не так много. Посмотрим, сколько... Так, здесь уже как минимум 6 яиц, это отлично. Сейчас я вот эти яйца куда-нибудь сюда унесу, чтобы они мне тут не мешались. 6 яиц в первом гнезде, отлично. И посмотрим, сколько во втором гнезде. 1, 2. Ну вот, об этом было 4, но всего 10, это уже отлично. И вот смотрите, я уже достигла, да, 50 очков. Мне надо было 50 очков набрать, чтобы претендовать на сундук логова следующей недели. Видите, через 6 дней, 17 часов, все вот наши участники логова, все 30, смогут получить сундук снова 5 уровня. А сколько их уже выполнило? Видите, сегодня уже 10 человек. Вот я тоже уже задачу выполнила. У нас в этот раз отличился лагерь 0707. Смотрите, 5000 очков заработал. Обалдеть. Спасибо вам большое. Итак, смотрим, что у нас тут дальше. Вот у нас были как раз жуткие дракончики. И смотрите, я могу 7 уровня соединить. 7 уровня. Я всегда по средам соединяю. И 8 у меня 5 есть. Смотрите, какие красавчики. Наконец-таки я получила 9 уровня дракона. 4800 драконьих сил. Вот теперь у меня вот есть и такие вот красотулечки. Вот они, 2 штучки. Итак, пошли смотреть дальше. Что-нибудь будет у нас на этой недельке еще. Стадионный дракончик могу 5 соединить 1 уровня. Дальше. Пепельный дракончик. О, что-то такое не подгрузился. Смотрите, что подгружается. Картинка дракончика. Как это так? Но давайте мы их соединим. О, тут тоже смотрите, как они
Как прямо тень. Это какой-то глюк, наверное. Картинка не подгрузилась, пепельного дракончика. Пепельный кролик, это который пушинки вылетают у нас из драконьих домиков. Так, есть ванилька. Ванилька 5 и 2 уровня. Вот какие красавчики. И 3 уровня. Вот. Посмотрим, что у нас тут. И 4-го, наконец-таки, это будет у нас пломбирный, по-моему, дракон. Да, пломбирного дракона. Вот создано гнездо 2 класса, пломбирные дракончики. Отлично, давайте будем разбирать. Первое, 1, 2, 3, 4. О, тоже какая красота. Сейчас еще одно куда-нибудь яйцо унесем, пока мы беседуем. Тут наши дракончики. Вот, 6 яиц в первом гнезде. Вот такие дракончики у нас. И во втором у нас, смотрите, тоже 6. Нет, 5. Да. В одном было 6, в другом 5 яиц. Есть же. Так, лишнее сюда складываем. Вот так это будем потом наверх уносить. Так, смотрим дальше. Что у нас тут? 7 уровня 5 могу соединить тоже. Вот так вот. Есть. Вот 8 у нас пока тут 4. Не будем дальше. Викинги. Эти мы получили дракончиков как раз-таки в событии, которое было на этих выходных. И вот теперь детеныш дракона викинга. Вот какой он. Хоть его увидела наконец-таки. Так. Вот еще я могу их соединить, у меня их было много. Дальше по 3 идут, не надо. Пегасики 1 уровня, вот, могу соединить 2. Так, 3 пегасики, ой, какие красивые лошадки. И 4, о, наконец-таки, король пегасов, слушайте. Сейчас посмотрим. Мне, по-моему, впервые. Так, чик-чик-чик-чик, не замусоривайте мне тут. Итак, гнездо с яйцами короля пегасов. Точно. Какая красота. О, смотрите. Вот у меня, видите, он показывает, что не было у вас такого еще яйцо короля пегасов. Это все благодаря сундуку логова. Мы получаем вот такие яйца, которые премиальные, которые позволяют нам получать вот этих вот дракончиков. Вот какой синенький он. Там был зелененький, а здесь такой синенький пегасик. И тут сколько у нас яиц? Ой, еще 5. Шикарно. Так, куда улетело еще одно яйцо? Я же видела, что оно было. О, хорошо, что заметила, что было еще одно яйцо. Есть. И теперь у нас 4 яйца 7 уровня. Ну что ж, медасики, уточки. 1 уровня соединила. Больше нет. Бабочка тоже 1 уровня. Так, и 2 можем соединить. 3. Так, и 4. О, и бабочки. Какие-то у них в этот раз мне повезло. Чарующий дракон. Вот здесь у нас чарующий есть. Отлично. Так, лишненькое все убираем. Так, отойдите, пожалуйста. Чарующий дракон. 1, 2, 3, 4. О, 5. Куда улетело 5-е яйцо опять? Вот теперь она говорит, ищите меня. Сейчас мы его посмотрим. Вот, яйцо чарующего дракона. Замечательно. Куда ж только ты улетела? Сейчас мы тут освободим места. Тут дракончиком негде тут работать. Они вот чарующие, куда улетела 5-е. Я стараюсь такие яйца тоже по 5 соединять. Вот какие красавчики. Бабочки только розовенькие. Чарующие дракончики. Так, 2 яйца. 7 мне попалось. 7. Сейчас посмотрим, сколько здесь еще. Вот 5. И тут 6. Отлично, ну давайте 3, я не знаю, соединять, не соединять. Наверное, надо, когда они еще наберутся.
И 7 уровня 5 тоже смогу соединить. Вот, какая красота. И получим детеныша чарующего дракона. Ну что ж, вот так у меня теперь получается. Жизненные тут нет. Космические 1 уровня соединяем. Так, горгулечка тоже 1 уровня. Так, алые. Ну, это пошли уже простые драконы, которые мы получаем на уровнях. Яйца на уровнях получаем. И Кала нам иногда дает эти яйца. Так, дальше нету. Травяной тоже 1 уровня. Еще. Так, какие тут еще нам 2 уровня, говорит, соедините. Каменный тоже 1 уровня. И 2. Опа. Зелененькие 1 уровня. Пора расслабиться, говорят. И 2. Так, 3 уровня. Это все, что вот я за неделю наполучала. Там пятнистые тоже. 1 уровень. 2. Ой, какой теперь звук появился. Тюш-тюш-тюш, как они вылетают. Колючие у нас тоже 1 уровня. Соединяем. Големы 1. Этих драконов мы уже несколько раз видели, какие они 2 класса. А вот те, которые сегодня мы, конечно, открывали премиальные. Это круто было. Некоторые, как вы видите, у меня вообще впервые появились. Ну что ж, вот такой вот он сундук классный, который позволяет, видите, сколько набрать различных премиальных яиц. Вот они у меня, видите, все на складе находятся. Вот все лежат здесь. Потом я тоже наведу порядок. И будем складывать сюда непарные яйца, да, и посмотрим, может быть, какие-то будут по 3 соберутся. Вот еще ванильки нашла яйцо одно, и могут, видите, одно ванилькино яйцо, последнее стоит, вот еще добавлю сюда, и соберутся таким образом. Ну что ж, а теперь мы пойдем, как обычно, на уровни и попробуем пройти какой-нибудь уровень. Потихонечку хочется дойти до конца карты нашей. У нас сейчас замерзшие водопады 19. Да? То, что нам предстоит проходить. Вот, сфотографировала для нашей заставочки. Нам нужно 3 кубка, чтобы его играть. Ну, давайте попробуем посмотреть. Ох, какой! Так, здесь островки такие разбросанные. Да? Давайте посмотрим задание. Для победы нужно создать восстановленную статую Геи. Вы видите малыша-дракона-голема, 2. Да? Создайте большое фруктовое дерево и создайте высокую траву. Ну что ж, давайте начнем. Давайте начнем что-то делать. Я вижу здесь зомблинов, значит, нам нужно будет с ними бороться. А что у нас тут? Яйцо, по-моему, яйцом закрыто. Чтобы яйцо освободить, нам нужно... Травушка-муравушка, травушка-муравушка, призменные цветочки, чтобы освободить яйцо, да? Призменные цветочки, куда мы их будем... А, мне надо 3 соединить призменных цветочка, вот так вот, я поняла. Ага, только тут мешается мне еще росточек, а где мне еще один росточек взять? Вот он, вижу, травушку подставим, освободим его. А то он мне тут мешался. Вот, теперь он мне мешаться не будет. Есть. Вот у меня появился первый цветочек, как вы видите. И освободилось яйцо. Вот яйцом мы открываем. Парам-пам-пам-пам-пам. Таинственное облачко. Так, вот еще гнездо у нас. Ну-ка, ну-ка. Вот 5. Есть. 6. Ой. 2 я создала, вот первая звезда прилетела. Давай сразу тут мне работать. Так, а что нам еще надо было? Нам надо было большое дерево создать. Ну хорошо, давайте будем деревья создавать. Так, а что нам надо? Зомблинов освободить. Сейчас освободим. Из могилку получить. Вот дерево я создала.
Вторая звезда. И траву мне надо было сделать. Травушку, травушку, муравушку. А чтобы траву, мне нужны кирпичики. Кирпичики. Так, вот такие. Вот, давай, такая сферка хорошая. Мне нравится. Так, мне нужно здесь вот освободить вот эти клеточки. Я так понимаю, они тут освобождаются. Вот, 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 вот. И я могу тогда вот из этого камня получить... Вот травушку я могу соединить это, да? Есть вот такая травушка. А мне надо было создать вот такую. Это мне надо камень освободить вначале. Сейчас освободим. Вот сюда, чтобы она не мешалась. Так. Есть. Еще один. Мне нужен кирпичик освободить. Так, раз, два, три. Стоп, стоп, стоп. Мне нужно вот это. Это из травы мне нужно такое получить. И тогда начнем. Вот еще я могу получить дракончика. Вот. Нет, давайте вот один сюда летите, а вы туда. Вот так вот. Так, один камушек мне нужно заработать еще, чтобы освободить вот те клеточки. Не знаю, насколько нам это нужно. Ну, сейчас сделаем. И тогда будем зомблинов освобождать. Вот. Спасибо. Сейчас будем сражаться. Вот, я просто хотела вот эти клеточки освободить. Вот, чтобы добраться до наших статуй. Есть и получить третью звезду. Думала, а вдруг у нас она будет, как вам сказать, фиолетовая. Но не тут-то было. Не тут-то было, фиолетовые не хотят нам давать звезду. Давайте освободим вот зомблинов. Раз, мне надо их еще все открыть. А то по одному они тут так не хотят. Их тут 5? Тогда давайте мы его так объединим. Вот, раз их 5, чтобы их 2 вылетело. Мы же хотим 2 могилки получить, а не 1. Чтобы соединить, открыть таинственное облачко. Посмотрим, что же там спрятано в этом таинственном облачке. Вот, помогу немножко драконам. Запускаю сверху. Вот одна могилка у нас. И вот вторая. И мы создаем вот такую могилку. Посмотрим, что в этом облачке. О, тут у нас, кстати, сундук. И еще одно яйцо. Ну, сундук. И еще яйца. Вы посмотрите. Вот так сколько у нас тут дракончиков. Ну что, вот у нас тут статуи. Можем статуи объединить, можем вот так вот собрать. А можем открыть их. И все, заканчиваем уровень. Собираем все, что мы тут хотим собрать. И уровень прошли. Прошли этот уровень. Сейчас посмотрим, что нам в конце тут предложат. Тут куча грибов. Мне кажется, если нам грибы дадут сейчас. Хотя, не факт. Может быть, и дерево малиновое. Так, монетки. Семена драконовых деревьев. Ну да, тройные грибы. Грибы, грибы. Это все за деньги. Это все неинтересно. Итак, это мы прошли замерзшие водопады. Я так понимаю, 19. Ой, ну. Замерзшие водопады 19. И теперь следующие 20 замерзшие водопады. 25 кубков как раз они у меня есть. Ну что ж, по-моему, 20 это последние водопады, наверное. Давайте тогда их и закончим. Попробуем. О, какое здесь поле большое. И много-много травы, смотрите. Итак, для победы нужно создать восстановленную статую Кей. 2 штуки, кстати. Создать светящийся цветок жизни. Комплект старт дерева и активируйте гигантскую сферу жизни. О-о-о! Так, ну что ж, начнем. Гигантскую сферу я уже вижу. Она за деревьями спрятана. Вижу, вот яйцо спрятано. 1. Так, у нас тут будут друзья-дракончики. Вот я нашла, между прочим, яйца. И вижу 3 яйца тут и 3 тут. Ну как бы так. Больше их никак пока не объединить. Ну давайте... Вот так и так. Освободим дружков. Вот траву, которую можно скушать. Вот и получить первые росточечки. Вот соединить их. Получить первый цветочек.
Давайте получим один цветочек и смотрим, где же травушку нам взять. Тут столько травы. А вот простое сердечко, например. Вот, где-то я видела их. Вот, та-дам, парам. Есть. С чего начнем, интересно? С какого края начать? Давайте вот с этой травушки начнем. Ах, тут по 50. Что-то я не туда отправила, мне кажется, монетку. Так, вот еще одна. Наверное, нужно открывать тогда, получается, вот эти травушки, муравушки, да. И делать еще цветы, вот соединять цветы. По бокам я тут вижу цветочки. Так, тут... Тут ананасы, смотрите, грибы, стар дерева. Ох, тут интересное что-то будет. Так, давайте соединим вот так. И еще давайте соединим, чтобы два цветка у нас таких получилось. Для этого нам нужно вот открыть вот эти кости, желательно, да. Вот так вот. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Хочу еще одни кости. Вот. Вот так вот. Теперь нам точно тут хватит. Промахнулась так, знаете. Мимо. Есть. Вот теперь один цветок сюда. Вот. И второй цветок сюда. Первая звезда у нас выполнена. Что мы тут создали? Светящий цветок. Теперь создайте комплект стар дерева и большую сферу. Комплект стар дерева. Ну что ж, давайте будем смотреть, что мы тут можем дальше. Так, ну начнем, наверное, вот с этих вот. Надо нам драконовые деревья освободить. Они именно нам дают стар деревья. Вот эти попробуем. Ага, по 10 здесь. Так, этот комплектик, конечно, классный. Комплекте классный. Ну, нам нужны вот эти грибочки. Грибочки. Такой уровень подольше. Так, я вижу здесь грибы, грибы. Давайте грибы соберем. И деревья эти. Деревья тоже можно начать отсюда собирать. Так, а росточки? Росточки только здесь у нас внизу, да? Угу. Давайте с грибов начнем. Там надо было нам по 10 соединять, да? Потому что драконовые деревья нам дают открыть большую сферку. Драконовые деревья. Ну вот я и хочу их вот открыть. Драконовые деревья. Для этого нам нужно сюда попробовать. Давайте попробуем, посмотрим, сколько здесь стоит. 4 очка. Ну вот, 4 очка, это уже получше, я вам скажу. 4 очка. Сейчас вот эту зону откроем тогда. Вот так. Где 4? Вот, росточки, деревья. Так, как бы вас тут объединить? Угу. Даже вот как-то и не... А, можно один из них открыть, вот тут, а второй откроется. Вот. И у нас такие два деревца и одно такое драконовое дерево. Сейчас посмотрим. Вот одно драконовое дерево сюда. А второе вот грибами закрытое. Все равно в грибы упираемся, правда ведь? Упираемся пока в грибы. А где вот это вот деревце? Та-дам! Так, это зловещее дерево у нас. Сундук. О, в сундуке хорошая сферка. Сейчас я тут хотела грибы открыть, как вы помните. Там есть, вот грибы. Раз грибочек, два грибочек. А где третий грибочек? Где мне взять третий грибочек? Раз грибочек, два грибочек. Давайте поищем третий грибочек. Третий грибочек у нас из кустов. А кусты получить нам нужно получить
гномиков, да, гномиков, вот стардерево соединить. А где мне? А стардерево надо добыть из... Вон оно наверху есть, ананас. Ананас у нас закрытый. Ананас надо получить. А вот с этого дерева зловещие сундуки мы можем получить. И некромантскую траву. Ну, посмотрим, что здесь их дают. Вот из этого дерева нам надо получить еще бревна. Из него бревна дают нам. Трава вся раскроется, когда мы гигантскую сферу запустим, я так понимаю. Мне интересно, что он здесь добудет. Некроманскую траву? Она нам здесь как-то... О, кстати, я бревна нашла. Вы посмотрите. Вот, я могу ананас достать. О, бабах! Смотрите, вот я бревна получила. А ананасами я могу вот эту достать клеточку. О, вот у меня уже вторая звездочка прилетела. Тогда мне не надо добывать. Смотрите, все пооткрылось вот это. Вот я могу объединить бревна и получить вот гномиков, которые мне дадут вот этот грибочек, который мне нужен был. Видите? Мне нужны были гномики, чтобы получить грибочек. Вот грибочек я вот объединю. Вот. И смогу добраться вот до второго вот деревца драконового. Тут откроем. Два яйца еще есть. Теперь я видела вот тут грибы. Вот. Они, или можно было наоборот драконовыми деревьями открыть. Вот еще один сундук. Что нам надо было там? А, сферу запустить. Сейчас запустим. Мне нужно драконовое деревце. Вот. Освободить сферу вот эту. И вот я теперь ее запускаю. Смотрите, сейчас она откроет нам всю эту траву. О-о-о. Вот я ее запустила. С этой травой бороться не надо. Вот я могу пока звездочки. Вот, вот, вот. Видите, всю-всю-всю траву она открывает. Все мои статуи сейчас делает вообще доступными. Потому что гигантская сфера. Вот так и надо было поступать. Я могу монетки все собрать. Вот, всю землю исцелили. Теперь собираем статуи. Нам надо две получить, чтобы закончить уровень. Статуи. Давайте посмотрим, сколько у нас их тут. 3, 4, 5. Теперь надо тогда аккуратненько соединить, если 5. Ну вот, что мы и делаем. Звезды все получили. Вот две статуи восстановленные создали. И трава нас это теперь мало интересует на самом-то деле. Потому что ее мучиться по 50 открывать было бы очень-очень долго. Итак, смотрите, на этом уровне как раз можно источник легенд за 25 купить, кому надо. Да, это просто монетки, грибы, кому нужно, драконовое дерево за 250 задорого. Вот такой вот уровень. Сейчас посмотрим, что там будет дальше нас ждать. Мне кажется, что замерзшие водопады закончат. Да, начнутся ночные оазисы. Но это в другой раз. В другой раз. А пока всем спасибо. До следующих встреч. Пока-пока.